Всем привет. Человек скинул мне, дал вернее ссылку на вот этот постик о Черной Пятнице. Давайте же посмотрим на нее вообще, что она из себя здесь представляет. Значит, доступна она будет до 29 ноября, то есть получается до понедельника. Тут нам обещают скидки. Значит, 85% скидка на дополнение Minas Morgul. Ну, в принципе, неплохо, учитывая, что она сколько? 2500, по-моему, лотропоинтов стоит. И здесь как бы вам дают вместе с этим дополнением всю черную книгу, за которую дают 5 или 6 очков классовых талантов. Точно не помню. В общем, в любом случае, у кого нет, берите. И 60% скидка на дополнение Война трех пиков. Вот здесь на самом деле я даже не знаю, стоит ли его брать, потому что там вроде ничего особо не дают за само дополнение, что вам нужно будет. Ну, я имею в виду в нынешних реалиях Гундабада такое. Значит, награда Бомбура доступна, которая получается метриловые монеты можно найти и различные бусты. Понятно. А двойной бонус на лотропоинты до 29-го. Тоже очень полезная тема. Значит, дальше по скидкам смотрим. 75% скидка для томов на статы. 50% скидка на, получается, стенды для лошадей в конюшне. Ну, короче, для элитного дома Рохана, как я понял. Также 35% скидка на тома, короче, позволяющие быстрее качать добрики. И это все доступно до 29 числа. Но еще здесь есть 20% скидки. Ну, это обычные скидки еженедельные, которые на крафтовые. Короче говоря, все, что касается крафта практически, это продлится до 2 декабря. Ну, то есть, получается, до среды, это понятно. И еженедельный купон здесь. Причем за купон дают бинты от падения, чтобы не ломать ноги. 5 штук. Вообще вещь полезная, как бы целых 1.5 часа можно спокойно бегать, прыгать и не ломать ноги. Полезно. Ну и в конце у нас тут напоминают про бесплатный бонус-код Lotra Quests 2021, который действителен до конца ноября, дающий все квест-паки бесплатно. Вот и все. Такая вот Черная Пятница. Ну, как бы, что хочу сказать. Ничего полезного для меня здесь нет, от слова совсем. Вообще нечего здесь брать. Получается, скип.